Ты где-то в то, что сама отшила. Я все равно пойду на урок. В этом? Мне бы в этом стыдно было сюда прийти. Дорогие студентки, у меня для вас важное объявление. Какое? Лена, подойди сюда. Угу. Отныне ты тоже принцесса. Ура! Я мечтала о любви всю жизнь. Но ведь она не дочь короля, и она никто. Отныне она принцесса, и будет любить название. Сейчас у нас урок по лепке. Сейчас мы будем обжигать собственные работы. Можем собирать. Я такая же, как вы, мы, наверное, можем дружить. Ты для нас нищенка. Мы родились принцессами, а тебе дали этот титул. Ты ничтожность, отребье. Для нас ты никто. И всегда будешь никем. Да уж, в сказках говорили, что все принцессы добрые. Значит, я стану той самой доброй принцессой. А сейчас же у нас урок музыки? Да, музыка. Ну что ж, готовимся сдавать ее? Ну да. Так, а сейчас у нас урок музыки. Берем гитары. Хорошая командная работа, я так понимаю, даже ссор не будет из-за статуса. Да, конечно, не будет. Угу. Угу. Ну, надеюсь. А тебе конкретно 5 с плюсом за урок. Можете быть свободными. О, что-то случилось? Это сон, было поздно, что начнем? Это поздний класс. Прости. Мы недооценивали тебя. Sorry. I'm sorry. Я не обижалась. И с той поры они были подругами.